Чебоксарах выбрали мисс и мистера студенчества. Престижный всероссийский конкурс красоты, интеллекта и творчества в столице республики прошел впервые. Право на высокие титулы и переходящую корону делегаты из более чем 20 регионов отстаивали на протяжении недели. Финальное испытание участникам предстояло пройти на сцене Дворца культуры ЧГУ на гала-концерте. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы узнать, кому же достанется корона, болельщикам пришлось запастись терпением. От каждого конкурсанта домашняя заготовка, а еще дефиле нарядов. Вот в образе стюардессы Полина Зиновьева из Чебоксар. Я выбрала образ стюардессы, потому что я люблю авиацию, потому что я люблю технику. Учусь я на машиностроительном факультете. На что я смотрю? На артистичность, на осознанность своих действий, на подачу своего номера. Кто-то пытается завоевать высшие баллы вокалом, но большинство конкурсантов подготовили танцевальные номера. Участникам было необходимо презентовать и костюмы своего региона. Здесь оригинальности не было предела. Я представляю образ шамана. Танец в стиле афрохауса. Шаман воскрешает, призывает к себе духов. Участников конкурса более 40, а с ними большая группа поддержки. Репетировать номера приходится не только за кулисами, но и в фойе Дворца культуры. Право принимать финал престижного конкурса в прошлом году завоевали студенты Чувашского госуниверситета, которые и стали обладателями короны. ВУЗ уже называют кузницей победителей. В Чувашском госуниверситете учатся сегодня не только мисс студенчества России 2018, но и мисс России 2018. Республика славна своими традициями, творческими традициями. Здесь на очень высоком уровне ежегодно проводятся все наши студенческие творческие конкурсы. Здесь работает очень хорошая команда организаторов. Глава республики отметил, что подобные фестивали раскрывают потенциал молодежи. В рамках конкурсной программы студенты даже сажали сосны в Заволжье. А другие студенты, смотря на них, подтягиваются. Это дает возможность готовиться молодым людям к самореализации. Очередной финал конкурса красоты и интеллекта прошел на высоком уровне. Такую оценку дал Михаил Игнатьев. Главные титулы на этот раз завоевали студенты из Саратова. За нашими ребятами звания мистер творчества и мисс Грация. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.